Добрый день! С вами Наталья Самойленко и канал Европлант Лайф. Сегодня и в ближайшее время мы расскажем вам о трех видах кондиции растений. Растения с комом земли, контейнерные растения, а также растения с открытой корневой системой, или, как ее еще называют, растения с голым корнем. Сегодняшний ролик будет посвящен кондиции растения с комом земли. Эти растения выращены в открытом грунте и выкопаны из комом земли. Для того, чтобы ком не пересыхал и не осыпался, он упаковывается в мешковину. Средние и большие кома дополнительно фиксируются сеткой. С комом земли продаются, как правило, не маленькие растения, а средние и крупные кустарники и деревья. Существует расхожее мнение, что растение с комом хуже приживается. Но поверьте, это не так. При соблюдении агротехники, при правильном уходе, они зачастую даже лучше, чем контейнерные. Во многом плохой репутации растениям с комом земли способствовали некоторые отечественные питомники, которые не занимаются формированием корневой системы. Как следствие, они вынуждены копать растения с гигантскими комами. И даже несмотря на такие большие кома, все равно такие растения крайне плохо приживаются. Такое растение сложно посадить в одиночку, нужны помощники. Уход за ними гораздо более трудоемкий и требует определенной квалификации. Сроки посадки и выкопки тоже ограничены. Их стараются копать, когда ком еще проморожен. Для лучшей приживаемости, облегчения процесса посадки, оптимизации сроков выкопки и сохранения земли на поле, европейские и отечественные питомники, которым важна репутация, регулярно формируют как наземную, так и подземную часть. Это позволяет формировать компактную густую корневую систему и копать кома меньшего размера. Такие растения не только проще посадить, но и приживаемость их на порядок выше. С размером кома мы более или менее разобрались. Теперь давайте поговорим еще об одной важной вещи, на которую вы должны обратить внимание при покупке растения с комом земли. Бывает такая ситуация, что вроде бы и ком устраивает, и растение красиво, а все равно растение погибает. Причин может быть несколько, и сейчас я подробно расскажу о каждой. Первое. Так как выкопка растений проводится до начала вегетации, то растения с комом земли завозят в садовые центры ранней весной. И почему-то очень многие продавцы считают, что ни поливать, ни прикапывать такие растения не нужно. Так и стоят бедные деревья, сосны, ели и можжевельники с неприкрытыми комами всю весну, а иногда и лето. Пока не погибнут. Хорошо, если это случится в питомнике или садовом центре. Гораздо хуже, если у вас на участке. Поэтому обращайте внимание на общую ситуацию в питомнике. Если растения неделями стоят связанными и неприкопанными, подумайте, а оно вам надо? Ну и, конечно, ком должен быть обязательно влажным. Второе. Еще одной причиной гибели растения становится заглубление корневой шейки. Пожалуй, именно заглубление корневой шейки является наиболее распространенной причиной гибели большинства растений. Происходит это по трем причинам. Первое. Если не утрамбовали дно ямы и со временем ком просел. Или при посадке специально заглубили, чтобы ветром не унесло. Ну, или ком был некорректно сформирован, и корневая шейка оказалась замурована внутри кома. Что такое корневая шейка и как проверить, заглублена она или нет, мы объясним, рассказывая о нюансах посадки растения с комом. Причем расскажем об этом прямо сейчас. Итак, как и когда сажать растения с комом земли? В нашем регионе мы начинаем высаживать растения в открытый грунт в начале мая. Можно было бы и раньше, но у многих еще лежит снег и земля не оттаяла. Поэтому с начала мая и до середины июня, а дальше только со второй половины августа. В июле стоят очень высокие температуры, и посадка таких растений чревата более кропотливым уходом. Посадочную яму готовите как для любого растения. Она должна быть глубже и шире самого кома. Между стенками должна проходить ладонь взрослого человека. Дно посадочной ямы зачищается и рыхлится. Корневая шейка должна находиться на уровне земли или на 1-3 см выше уровня, так как земля может просесть и корневая шейка окажется заглублена. Упаковку с кома в виде металлической сетки и мешковины полностью снимать не нужно. После установки растения в посадочную яму с помощью кусачек аккуратненько срезаем верхнюю часть проволочной сетки и освобождаем корневую шейку и часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым. Подобная упаковка служит для сохранения целостности кома,
при транспортировке и посадке, а также препятствует повреждениям корней. В земле после посадки сетка разлагается за 1-2 года, мешковина гораздо быстрее. Далее засыпаем ком землей, так, чтобы внутри не оставалось воздушных карманов. Делаем приствольный круг и, если нужно, ставим растения на распорки. В конце поливаем и добавляем землю, если она просела после полива. Для успокоения души растение можно пролить раствором циркон плюс корневин. Важный момент. Если после посадки растения вдруг резко и неожиданно наступила жара, то по вечерам делаем душевание кроны и притеняем растения. Итак, как вы уже поняли, ухаживать за растениями, купленными с комом земли, не так уж и сложно. И если вы со мной согласны, то ставьте лайк. А в следующем ролике я расскажу о контейнерных растениях, а также о растениях с открытой корневой системой, у которых тоже немало плюсов. На этом все. Подписывайтесь и до встречи на канале Европлант Life.